конечно, взрывается. Говоря с моей позиции, показалось, что Мартинкевич просто ударил мимо, а не то, что кто-нибудь из игроков Минска принял на себя. Удар, какой выстрел, Мартинкевич! Ну, а тут уже мяч куда кого. Это такие мячи здесь, Воронин с братом отыгрались на коротке. Зуёнок качает, снова и кубам, и Чурилин.